З 15 по 17 грудня у Славутичі провели традиційний відкритий чемпіонат міста зі стрибків на батуті, приурочений Дню енергетика. Загальна кількість учасників – близько півсотні спортсменів, переважна більшість яких – славутичани. Очікували на гостей з інших міст, та сукупність різних обставин змінила хід подій. Желаючі, звісно, були к нам приїхати команди Києва, але з учетом теж проблема, не стали ходити автобуси на Київ і з Києва. І багато команди не змогли приїхати, тому що неудобно було приїжджати. Та попри усі перепони на чемпіонат завітали спортсмени та спортсменки зі столиці, які склали гідну конкуренцію славутицьким батутистам. Ну, одна команда із Києва приїхала, їх 9 чоловік привезли дітей от різних возрастів. Ну, соревнования, как обычно, проходят по возрастным группам. Это 4 возрастные группы. Дети 13-й год и моложе, потом 11-й год и 12-й, потом 2009-10-й и мастера 2004-й год и 8-й год рождения. Но у нас уже прошли 3 потока. Сейчас 4-й поток – это дети, которые выступают по программе мастеров спорта, это возраст 2004 год, 2008 года. Відкритий чемпіонат міста проводять наприкінці року. Результати, які демонструють спортсмени на змаганнях, фактично є показниками досягнень за рік, що минає. Незважаючи на те, що він був непростим, у відділення зі стрибків на батуті є чим пишатися. Ну, завжди год закінчується, підводяться ітоги року. В принципе, ну, мы никогда не хвалимся, мы скромные ребята, но результат такой. 3 мастера спорта в этом году, они присвоены. Это Тарасенко Анастасия, Грушунова Аня и Касап Никита. Это 3 мастера, которые уже присвоены, документы на руках, это действительно. Дети младшего возраста на чемпионате Украины, значит, стали чемпионами, стал у нас Трухан в синхроне и Кравец Арсений. Сальникова Таня стала третьим на Украине. Потом команда у нас третья была. Ну, вот такие наши результаты. Область мы не проводили сейчас, с учетом того, что нет транспорта, нет в принципе, конец года и финансирование в управление, поэтому мы область перевели на следующий год. А так результат у нас потихонечку, помаленечку, стараемся, добиваемся результата. Поэтому я думаю, что Славутич своих позиций не сдаст. Славутицькі батутисти є гордістю спортивної школи. Багатьох з них знають поіменно не лише у Славутичі, а й за межами нашого містечка. Проте досягнень могло бути ще більше. В этом году мы делали заявку на проведение чемпионатов Украины на следующий год. Нам сказали: Владимир Николаевич, те батуты, которые у вас есть, они не соответствуют тем требованиям, которые нужны для проведения чемпионатов Украины. Единственное, что они согласились со мной, я их убедил, что самых маленьких, это юнаков, девчат и мальчишек, мы можем привести на этих батутах. Они большую роль не сыграют, потому что они небольшого веса. Поэтому 15-17 марта в нашем зале будет проходить чемпионат Украины юнаков. От соревнований юниоров и взрослых, конечно, федерация отказалась, потому что батуты начинают качаться, дети взрослые, они по 60, по 70 грамм, они чувствуют эти недостатки в батуты, поэтому они сказали, что нет. Нам очень сложно прыгать на этих батутах. Ну и действительно, потому что с учетом выполнения сложных элементов тройные для сворачивания, ребенок может травмироваться. Желательно, конечно, то оборудование, которое у нас стоит в зале, это уже изжило свои сроки, свое время, поэтому хотелось бы, чтобы
в этом прекрасном зале появилось новое оборудование. Бажаємо відділенню стрибків на батуті здійснення усіх найзаповітніших мрій, а на додачу ще більше спортивних злетів.